Привет! Наш заключительный день в Судаке, пятый день. Завтра мы поедем в Симферополь, точнее в Севастополь. Господи, почему я сказала Симферополь? Я хотела сказать Севастополь. Мы поедем в Севастополь еще на несколько дней и объедем там все ближайшие места. Сегодня у нас по плану рыцарский турнир Генуэзской крепости, закат на Новом Свете. На скале дельфин, на горе дельфин. И последнее это... Почему последнее? Сейчас мы утром покушаем, блин. Я пошла просто в магазин. Покушаем, поедем на пляж. Оттуда, я думаю, в Генуэзскую крепость. Затем поедем... Куда еще мы хотели поехать? Куда-то еще мы хотели поехать сегодня. А, вечером обязательно набережная. Заключительный день, набережная обязательно. На шоу индейцев, возможно, снова сходим, уже третий раз. Посмотрим. Пошла в магазин купить фруктиков на завтрак. Творог есть? Очень нравится мне этот завтрак. Творог. Знаете, я реально сначала думаю, потом делаю. Пошла в магазин Пут. Это типа нашего монетки Магнита, Пятерочки. В общем, сетевой огромный магазин. И купила там мужу две булочки. Он попросил меня какую-нибудь булочку ему купить к чаю. Я купила два ему круассана. Один с шоколадом, другой с вареной сгущенкой. А потом зашла в магазин и увидела пахлаву. Пахлава это вообще это самое вкусное, что можно было придумать из печеньев. Просто вкусное. Тут есть даже лавки отдельные с пахлавой, но там 600 рублей килограмм идет. Это очень. Она прям такая медом пропитанная. Я, в общем, купила себе вот такую коробочку пахлавы. И взяла себе баночку. Ее не видно. Баночку шелковицы. И немножко для салата. По традиции показываю вам свой завтрак. Сегодня это у меня зерненый творог с шелковицей. А у нас была гроза. Сегодня уже вот. На улице очень жарко. И мы поехали на пляж Новый Свет. Безусловно, мне на Меганоме понравилось намного-намного больше, чем в Новом Свете. Но вот мы едем в Новый Свет. Ветрено, правда, в этот раз. Постоянно ветер в это наше путешествие. Поехали мы уже на пляж. Хочу выразить свое негодование по отношению к себе же. Я книгу читаю 17 дней. 17 дней читаю, бывают дни, когда я вообще по две строчки читаю. Ну ладно, по две странички максимум. Я читаю мифы Древней Греции, и я их читаю 17 дней. Это ужас какой-то. Такую книжку можно было прочитать за 3 дня, но я поставила себе цель сегодня, завтра утром ее уже дочитать и начать новую, потому что в отпуске я взяла 3 книги. И одну я хотела прочитать вот по пути сюда, одну здесь и одну по дороге домой. Но придется все читать в ускоренном режиме, потому что цель поставлена прочитать 5 книг за август. А мы приедем как раз к концу августа. 2 у меня уже прочитано, и вот 3 нужно прочитать. Я успела расчесаться перед тем, как высохнут мои волосы. Но слой соли на них чувствуется. Мы сейчас пойдем на гору Дельфин. Я пойду прям так, потому что очень жарко.
Пошли на тропу Голицыну. Пройдем сейчас по тропе и поднимемся на самый верх и снимем оттуда красивые виды. Лучше буду снимать вот так, а то какая-то вкусная. Купила себе лимонад. Очень вкусный в Крыму лимонад. Мне он нравится больше даже, чем в Сочи. На разлив 60 рублей. Я в этом году первый раз буду подниматься на гору Дельфин. В прошлом году я встретила Ирину Коноплянник. Кто не знает, это участница шоу «Холостяк 3», по-моему, с Батрутдиновым. И я ее увидела. Долго думала, она это или не она. В итоге я поняла, что это она, потому что лицо было очень знакомое. И я побежала с самого верха вниз, чтобы сфотографироваться. Сейчас мы идем на него. Вон он. Вон туда прям поднимемся. Погода, конечно, очень жаркая. Вчера была гроза. Палочка. Это я к тому, что на море было очень много камней. Поднимаемся на саму гору, как бы тут. Вот. Ну, все поднимаются без проблем. Русский народ не останавливает таблички. Проход запрещен. Посмотрите, какая красота. Тут невероятно. I gotta get it, so 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 get it, so
Если было просто, не стоял бы тут. Так, что там кто роняет? Роняйте, пожалуйста. А это, наверное, кто-то раскрутил из детей. Они раскручиваются. Вот один выпадает. Сейчас его закрутить можно, а не на резьбе там. Да, там есть зажигалка, сказали же. Пойдем. Что, нет? Вот в этом, да, один. Он у тебя валялся, он мне нужен. Ну ладно, пойдем. Дайте последний раз покручу, пожалуйста. Блин, он вообще крутой. Какой цена, не девушка? А? Какой цена? Какие? Офигеть. Я решила пойти на орбиту. Она такая же, как у нас в городе, даже цена такая же билета. И мы сейчас пойдем на нее. Уже купили билеты. Мне очень понравилось.